9 местных избранников Санчерейского и Сорокского районов, среди которых один примар, объявили о своем уходе из Демпартии и ПСРМ и вступлении в партию ШОР. Глава государства Игорь Дадун выступил с реакцией по этому поводу. Понимаете, почему сейчас многие активизировались? Потому что через несколько недель останутся без аэропорта. В это же время будут конкретные шаги по делу кражи миллиарда. Вот чем объясняется давление на депутатов правительства КИКУ, использование Конституционного суда в качестве политического инструмента. Хочу заверить, что госинституты твердо настроены в том, что касается решения этих вопросов национального значения. Вне зависимости от того, что предпримут эти деятели, мы пойдем до конца и по вопросу аэропорта, и по вопросу кражи миллиарда.